Приветствую всех на своем канале. Мы начинаем новый проект, сборку советского армейского гусеничного тягача периода Великой Отечественной войны СТЗ-5 от производителя «Звезда» в масштабе 1:35. При сборке этой модели буду использовать набор вторавления от фирмы «Микродизайн». Ну и, возможно, где-нибудь придется использовать проволоку. Ну, посмотрим. Итак, вступительная часть завершена, и давайте приступим к сборке этой замечательной модели. Надеюсь, у нас все хорошо получится. Всем приятного просмотра. И мы приступаем к нашей работе. We'll be right back.
Итак, завершаем постройку ходовой части и двигателя артиллерийского двигача СТЗ-5. И давайте я вам расскажу, с чем столкнулся, что как проходила сборка. По двигателю тут все хорошо стыковалось, все как нужно. Вроде бы я никаких проблем не испытал. А почему я его не приклеиваю на место? Потому что двигатель хочу я красить отдельно. И потом уже окрашенный попробую установить на раму. Он просовывается туда, входит, но, конечно, с трудом, но его вставить можно туда. Надеюсь, при этом я ничего не поцарапаю, не обдеру. Ну, если что-то и обдерется, то мы подкрасим. Вот. Для удобства покраски я хочу его отдельно покрасить, потом выкрасить как положено и установить на место. Вот. Я думаю, что хочу его покрасить не в базовый цвет, а немножко пофантазируем, короче. Ну вот, тут двигатель все штатно, ничего не добавлял, ничего не... никаких вот дополнений, проводок, ничего не делал. Вот он как есть. Дальше идем к раме ходовой. Тут тоже все собралось по инструкции, вроде бы. Ну, небольшая проблема была что-то в инструкции с этими вот деталями. Они как-то странно там пронумерованы, по-моему, они перепутаны местами. И пришлось сравнивать по инструкции так, и уже там смотреть по месту, что куда ставится. Ну, сориентировался, пришлось немножко оторвать, потом заново приклеить, благо все еще было не жестко зафиксировано. Вот, ну и благополучно на раме я отломал несколько раз вот этот рычаг переключения, поэтому пришлось его заменить на проволочный. Вот. По бамперу я выбрал короткий бампер. В наборе можно собрать его удлиненный и короткий. Я выбрал короткий. Так, что еще? Ну вот здесь вот подвижная осталась вот этот вот ролик, валик, на который накручивается трос, я так понимаю. Он остался подвижным. Вот, ну и, собственно, все. Катки, ленивцы, все это не приклеивали для удобства окрашивания. И ведущая звездочка нам пригодится для того, чтобы сформировать прогиб гусеницы. Поэтому траков, и поэтому я не приклеиваю ее на место. После того, как соберу траки, только потом его можно будет приклеить на место. А катки мы будем красить отдельно, вот эти всякие опорные тележки. Поэтому их тоже будем клеить отдельно. Сделал я доработку вот этих вот опорных катков, этих тележек опорных катков, выбросил отлитую в пластике пружину и заменил ее на проволочную. Выглядит намного интересней, и к тому же она немножко у нас имеет функцию, рабочую функцию имеет небольшую, немножко разжимается. Ну и потом можно ее подкорректировать, если она будет немножко короткая у нас, можно разжать эти пружинки, и у нас опустятся немножко катки.
как я ее тут делал, навил на сверло медную проволоку, а вот сюда вот, тут было отверстие просто, я туда вот ставил миллиметровый прутик, вот, как оси, и поэтому они у нас на оси шевелятся, сгибаются, разгибаются немножко. Вот такая вот была модификация, доработка по трактору. Фотографии будут в группе моей ВКонтакте рабочие. Ссылка на группу есть в описании. Подписывайтесь на мой канал, если вы случайный гость на моем канале. И следите за постройкой этого великолепного набора. Собирается все хорошо, каких-то проблем я не испытал. Посмотрим, что будет дальше. До встречи в следующей серии.